Всем приветики, у нас распаковочка. Покажу, что я купила. Купила себе такую шапочку с бубончиком. Такой вот начес у нее идет. Называется Dance. Цена шапочки 59,99 злотых. Была цена перед этим 83 злотых. Сейчас на нее скидка была. Настоящий, по-моему, помпон такой с зайчика. Это заходила в магазин Lidl. Взяла сок двухлитровый. Колбаски вот такие. Молоко литр здесь 2%. Взяла такой вот творог. Килограмм здесь. Сыр. 250 грамм. Была акция на филе селедки. Взяла филе селедки. Тут кило 200 грамм. Цену я потом прикреплю, расскажу, что почему. Так. Яйца взяла десяток. Мука пшеничная. И сахар белый. Так, что мне вышло? Сахар 2,99. Молоко 2,49, сыр 5,79, мука 1,99, творог 7,99, сок 4,99, яйца 5,99, это пакетик 49 грош, селедка 9,99, килограмм 200 за 9,99. Вот чек на шапку.